В республике обсуждают итоги национального рейтинга губернаторов. Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев укрепил свои позиции, поднявшись на 4 строчки с 25 на 21 место. Я воспринимаю эту новость как оценку развития Чувашской республики в последние годы. Понятно, что эти рейтинги носят ежемесячный характер, но здесь важна тенденция, и то, что эта тенденция повышательная, то, что Михаил Васильевич Игнатьев уверенно движется вверх, и в этом и во многих других рейтингах говорит о том, что республика заметна на общероссийском фоне. По многим показателям она выделяется в лучшую сторону, обгоняет среднероссийские темпы развития, задает, если хотите, планку и показывает пример того, как можно развиваться поступательно, интенсивно, не завися от каких-то внешних источников и делая ставку на собственные силы, на квалифицированных, подготовленных специалистов, на интеллектуальный потенциал республики, на создание всех условий для того, чтобы в республику приходили новые инвестиции. И в этом смысле мне это решение представляется заслуженным. Оно мне представляется оправданным. Оно подтверждает, что в республике сложилась мощная, дееспособная, эффективная команда. Думаю, что это вполне законный результат. Человек работает без оглядки позиции во имя народа, во имя интересов народа. Все для блага народа. Очень много уделяет внимание подрастающему поколению, молодежи, в частности. Это одна из направлений деятельности нашей организации, региональной общественной организации патриотического воспитания молодежи. Он с нами, или мы с ним вместе, шагаем ногу в этом вопросе. В республике, где ни одной воинской части регулярной нет, в прошлом году заняла первое место по вопросам мобилизационной подготовки. То есть вот такие конкретные дела, конкретные успехи. Поэтому вот верным курсом идет. Поэтому и правомерное, правомочное продвижение по рейтинговой лестнице. В последние годы Чувашия становится все более инвестиционно привлекательной. В первую очередь это роль главы республики, который действительно сам лично отслеживает практически все направления деятельности республики. И для сообщества предпринимателей в России Чувашия действительно становится все более и более привлекательным регионом с точки зрения инвестиций.